А чем выставка-то? Ну, страна-то Фалария. Вот так. Я 25 лет туда летал. Теперь не полетишь, 100 тысяч надо за вертолет. А было 5 рублей. Здравствуйте. Вот только-только разгрузили работы. Работы еще стоят упакованные. Завтра уже будет здесь толпа народа. Будут все поздравлять нас, хвалить. Вот. Поэтому я приглашаю и вас присоединиться к этому же самому. Прийти завтра в 5:30 в Дом художника Мира 56 в городе Красноярске на открытие выставки «Ки-7. Я Милованова».